Но тем временем весеннее равноденствие уже наступило, с чем я вас и поздравляю. Надеюсь, настоящая весна придет к нам совсем скоро. А еще сегодня действительно уникальный день, потому что 20 марта, к тому же, отмечается Международный день счастья. Его учредила Генеральная ассамблея ООН с целью поддержать идею о том, что все жители земного шара мечтают о счастье. Ну, с этим трудно не согласиться, и мы, конечно, захотели узнать мнение люберчан на этот счет. Свободный микрофон на очереди. Что такое счастье? Это внутреннее состояние души. Особенно, когда все хорошо у родных, у друзей, в стране. Семья, дети. Это когда не очень болеешь. Как объяснить? Когда тебе приятно, когда ты в радости, и ничто тебе не мешает. Как что такое счастье? Когда живешь нормально, когда страна нормальная, когда президент хорош. Вот это счастье. Солнце, родные люди рядом. Счастье – это когда у тебя есть возможность что-то делать и двигаться дальше. У меня здоровье. Сделать счастливой. Пенсия нормальная. Ну и все. Еще чего? Чтобы все здоровы были. Вот вам и все счастье. Вы счастливы? Ну, в принципе, да. Не знаю. В смысле, да, наверное. Да, я счастлив. Ну, конечно, счастливая. Все время счастливыми, это только идиоты бывают. Ну, вот сегодня хорошая погода. Это уже счастье. Хорошая оценка в школе. Или, допустим, если меня похвалят. Или, допустим, узнать что-то новое. Поездка на море, наверное. Живу я в отдельной квартире. Хожу в гости к дочери, к своей, к зятю, к внуку. Это моменты твоей жизни, вот это и счастье. Ну что, вот такое оно счастье, по мнению люберчан. Ну а мы, в свою очередь, надеемся, что наш опрос сделал вас, дорогие телезрители, хоть немного счастливее, ну или просто поднял настроение. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.